Славянское радио. Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве приглашают посетить выставку 1942 в штабах Победы. Новый манеж представляет вторую из пяти ежегодных выставок, рассказывающих о Великой Отечественной войне и государственном управлении в этот период. Настоящая экспозиция посвящена 1942 году. На выставке можно увидеть официальные документы, повлиявшие в 1942 году на характер боевых действий, военное и экономическое строительство, создание антигитлеровской коалиции. В этот период руководство страны мобилизовало все силы и ресурсы, чтобы обеспечить надежную работу каждой отрасли народного хозяйства. 1942 год, начавшийся контрнаступлением Советской армии под Москвой и завершившийся контрнаступлением под Сталинградом, считается переломным. В новом манеже экспонируется более 400 предметов, являющихся свидетелями исторических событий. Они позволяют как взглянуть на общественно-политическую ситуацию эпохи, так и соприкоснуться с судьбами отдельных людей. Большой интерес представляет реконструкция кремлевского кабинета Иосифа Сталина, модели военной техники и красноармейского вооружения. Выставка работает до 25 июня. Часы работы со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00. Адрес выставочного зала «Новый манеж». Переулок Георгиевский, дом 3, строение 3. Ближайшее метро, охотный ряд, театральная. В Уфе находится один из самых зрелищных музеев города. Республика Башкортостан имеет сложное геологическое строение, поэтому получила в дар от природы огромные запасы разнообразных полезных ископаемых. До сегодняшнего дня было разведано более 3000 месторождений, где добывается свыше 60 видов различных минералов. История развития добычи ископаемых невероятно интересна, а музей геологии и полезных ископаемых представляет в полной мере все богатство края. Музей основан в 1934 году, после того, как на территории были проведены первые геологические экспедиции и собраны материалы, которые демонстрировали все то богатство, которое фактически лежит под ногами. Республика может похвастаться огромными ресурсами нефти и газа, золота, марганцевых и железных руд. Добываются здесь цинковые, медные, хромовые руды, а также неметаллические ископаемые, яшма, известняк, плавиковый шпат и так далее. Отдельное внимание стоит остановить на пещере, в которой жили и оставили рисунки древние люди. Сведения об этом и интересные экспонаты представлены в музее. Так, в виде постоянных экспозиций можно увидеть образцы полезных ископаемых, добытых на территории, ознакомиться с эволюцией геологических работ, историей развития промышленности по добыче нефти и разных минералов. За многие годы музей получил дар от других музеев, стран, частных коллекций минералов со всего мира. Кроме того, все посетители могут ознакомиться и с основными этапами формирования современной планеты, узнать геологическую историю родного края в сопровождении экскурсоводов. Расписание работы музея. С понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Адрес музея геологии и полезных ископаемых. Улица Ленина, дом 47. Продолжим артефактами земель славянских. На сайте Фонд археологии размещено обращение начальника артезианской археологической экспедиции, зав. Кафедры истории древнего мира и средних веков МПГУ, члена экспертного совета по истории и археологии Совета Федерации РФ, доктора исторических наук, профессора Николая Винокурова
с просьбой распространить следующую информацию. В Крыму уничтожается памятник археологии мирового значения. Античное поселение артезиан известно тем, что артефакты, найденные на нем, были представлены в печально известной выставке «Золото скифов». В связи с крымскими событиями вся эта экспозиция была незаконно арестована в Амстердаме, и до сих пор российское правительство не может вернуть его на родину. Теперь же, потому что еще можно было найти на данном памятнике археологии, наносится новый удар со стороны нечистоплотных дельцов. На глазах ученых разрушаются крымские Помпеи. В сообщении пресс-службы Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника говорится: «В настоящее время к северо-западу от городища и некрополя артезиан началась стихийная, незаконная, хищническая добыча песка из нелегальных карьеров в территориях Ленинского района РК. Идут вскрышные работы с глубинным бурением на территории, где расположено несколько курганных групп, античная дорога, эллинистическое селище и грунтовый некрополь». По словам начальника артезианской экспедиции доктора исторических наук Николая Винокурова, страшно даже представить, сколько уникальных находок будет безвозвратно потеряно для истории. Большая их часть теперь пойдет под нож бульдозера. А ведь памятник, который мы изучаем, дал более 10 кладов, большое количество античных золотых украшений, за экспонирование которых соперничали многие музеи мира. Побывав на месте добычи песка, сообщаю, что в зоне карьера оказались курганные группы из 20 курганов, 450 квадратных метров некрополя на глубину до 0,7 метра, а под тяжелым колесным трактором оказались античные гробницы. В отвале культурного слоя находятся плиты перекрытий античных гробниц, строительный отес, бут и обломки античной керамики первых веков нашей эры. Получается, что вначале нас ограбили, не возвратив в Россию золото скифов. И это мы еще могли как-то восполнить своими раскопками. Но в ближайшее время будет уничтожен и сам памятник. Причем безвозвратно. Директор по развитию фонда археология Олег Марков сообщает: в 2011 году подобного рода история произошла в Гатчинском районе Ленинградской области, когда, сымитировав проведение археологических работ, с помощью строительной техники одна из коммерческих фирм уничтожила 42 средневековых кургана. Археологам Санкт-Петербургского государственного университета и сотрудникам МВД удалось возбудить уголовное дело. В результате судебного процесса виновных обязали выплатить фонд государства штраф в размере 66 миллионов рублей, но памятник археологии к тому времени был безвозвратно потерян. Очень жаль, что подобного рода истории повторяются теперь уже в Крыму. Археологические памятники урочища артезиан исследуются артезианской археологической экспедицией Московского педагогического государственного университета в течение 30 лет. Артезианская археологическая экспедиция планомерно раскапывает памятник археологии мирового значения – античное городище артезиан, состоящий из двух частей – городища и окружающего его некрополя, расположенных на территории Ленинского района Республики Крым, 2,5 километра к северного поселка Чистополье. Городище и некрополь фактически являются музеями под открытым небом. Они имеют хорошую сохранность древних фортификационных сооружений, хозяйственно-жилых, ритуальных и погребальных комплексов. На Буковине археологи нашли бивень мамонта с изображением оленя. Возраст уникальной находки составляет более 22 тысяч лет. Как сообщают ученые, редкий археологический артефакт бивень мамонта с выцарапанными изображениями оленя и лабиринтов обнаружили возле села Дорошовцы Черновицкой области. Как утверждает Лариса Кулаковская, кандидат исторических наук, заведующая отделом археологический музей Института археологии НАНУ, вещь эта уникальная как по технологии изготовления, так и по орнаментальной композиции. Это древнейшее изображение оленя в Украине и, собственно, единственное сейчас. В длину бивень достигает 14,5 сантиметра, в диаметр от 2 до 4 сантиметров. С одного конца на нем вырезан небольшой шип.
Поверхность артефакта покрыта многочисленными гравировками, которые условно можно назвать лабиринтами. Вместе с бивнем нашли также целые острия из бивня мамонта и костей северного оленя. По словам археолога, это свидетельствует о владении древних охотников технологией обработки этого материала. Предполагается, что бивень могли использовать как какую-то ритуальную вещь в культе северного оленя. Возможно, его носили в кожаном футляре или часто держали в руках, поскольку в некоторых местах вещь как будто отполированная. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Новосибирске приглашают на фестиваль «Мастера Руси», который пройдет с 23 по 25 июня. Гости фестиваля смогут побывать на ярмарке декоративно-прикладного искусства, мастер-классах, аукционе авторских изделий местных мастеров, показательном рукопашном бою и театрализованных представлениях. Ежегодный фестиваль «Мастера Руси» – это масштабный праздник фольклора и ремесел, главной задачей которого является сохранение и приумножение русских культурных традиций. Участниками мероприятия могут стать сотни ремесленников и артистов со всех уголков Новосибирской области. Гости смогут увидеть показательные выступления лучников и мастеров рукопашного боя, принять участие в молодецких потехах и массовых гуляниях, побывать на мастер-классах, которые проведут лучшие ремесленники региона, а также в программе фестиваля «Русская баня», лекции по культуре древних славян, русские вечерки у костра, масштабная ярмарка ремесел, народные игры и аукцион эксклюзивных изделий мастеров. Узнать больше о фестивальной программе можно в социальной сети ВКонтакте. Место проведения – парк у моря Обского, адрес – улица Софийская, дом 15. Подробности также читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 16 мая, вторник. Высвобождение от привязок и очистка от сексуальных связей. Автор-сказитель Александр Жарков. 17 мая, среда. Рептилоиды, враги или друзья. Автор-сказитель Андрей Тюняев. 18 мая, четверг, изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста, знакомство с источником, автор-сказитель Вадим Мосин. Начало эфиров 20 часов, время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио. Все нужно, все важно.